Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ну что, начинаем новую игру. Тут мы быстренько выбираем классический вариант. Испытание железа, экспертный режим. Не ставлю. И начинаем. Свой рассказ Obsidian Entertainment представляет Pillars of Eternity 2 Deadfire. Надеюсь, я правильно это произнес название, ибо английский. Эора, мир, где смертные живут, умирают, возрождаются с очередным поворотом колеса. За непрерывностью этого цикла следят боги, а возвращается колесо благодаря столпам загадочного камня под названием Адра. 5 лет назад вы покинули родной дом и отправились в Дивуд, страну, дерзнувшую бросить вызов воплощенному человеку Богу Света Иотасу, что привело к его гибели. В Деводе стали появляться пусторожденные, дети, лишенные душ, и многие сочли, что таково наказание за убийство Бога. В древних руинах вы стали свидетелем тайного обряда и, сами того не желая, превратились в хранители, дав способность видеть души и говорить с ними. Да, я прочитал это первым. Пока ты читала, я это успел завершить. Я что-то пропустил? Она все еще читает. Ну. И все же благодаря божественному вмешательству вы нашли Таоса и победили его, положив тем самым конец своим мучениям. А также эпидемия пусторожденных. Вам стала известна великая тайна, которую долгие столетия скрывал Таос. Инвитанцы, хозяева одной из древних империй, сделали себя богами. Избавившись от видений, вы поселились в крепости под названием Крет Нуалыстины, прямо под гигантской статуей с чистой адрой, приняли спокойно править своими землями. Неплохая история получилась. Восстановление старой крепости, снятие заклинаний. Наверное, ты тысячу раз ее раскрывал, но что-то меня гложет. Не думаю, что духи действительно обрели покой. Думаю, боги еще не закончили с нами. Интересно, что нас ждет? Раньше мне снился сон, что когда мой бог вернется, он простит нас. В этом беда со снами, снов. Рано или поздно мы все просыпаемся. Тебе довелось проснуться в бессонном мире на границе между жизнью и смертью. Иди по пути своих воспоминаний. Ты уже бывал здесь. Так, я пошел, да? Ох ты ж, ё-моё, вот и мы идем. Видите, какие следочки. Тебе и прежде удавалось заглянуть за завесу. Ты хранитель и всегда им будешь. Ну, как-то как в сказке, да, народные? Ты хранитель, ты всегда им будешь. Вон, я сейчас догоню вот этих
Хранитель видит души, знает их прошлое, но и души смотрят в этой вере. Да. Там дядя какой-то стоит. Не хотел бы мне их догонять бы. Сомнительная эта честь. Унаследовать разрушительную проклятую крепость. Я думал, проклятую проклятием проклятие. Что есть боги? Высшая сила? Те, кто награждает предвестников и карает грешников. Грешников. Вот так, получилось. Чё, серьезно? Боги не настоящие. Это нечто совсем иное, созданное людьми. Людьми. Вот так он понялся. А ты не думаешь, что эти вещи недоступны пониманию, что ты никогда не сможешь их осознать? Все. Сижу серьезно. Пусть мир узрит. Пусть каждый сам решает, что делать. А что делать? Я не могу решить, что делать. Колесо совершило новый оборот. Хранитель, подойди. Иду. Подойди. На этой странной плавучей платформе вместе с вами находится пожилой гном. Его лицо испещрено морщинами, даже чёрт не разберёшь. Впрочем, судя по складкам рта, он всегда отличался веселым нравом и любил поболтать. Ну, я тоже. Один. Улыбка медленно поступает на лице гнома, а меня его теперь его физиономия похожа не на мешковатую, а висшую плоть, а скорее на причудливо вырезанную тыкву, покрытую страшными бугорками и бледными пятнами. Ой, слава богу, закончите разговор. Где же этот дядечка? Куда мы с тобой пойдем сегодня? Дядя! Гном учтиво клянется львам, его хмурое лицо, ой-ой-ой, улыбка. Ах, какой мостик! Из чего он создается? Обломки какие-то. Какие-то обломочки. Прошу присядь. Ну давай. Ах, пальцем. Спасибо, что почтил нас своим присутствием, хранитель Куатнуа. Сидящая за столом исхудавшая женщина облачена в ветхие черные доспехи. Они так массивны, что, кажется, ей не хватило бы сил сдвинуться с места. Ладный дворник обрамляет тонкую бледную шею и сушеное лицо, обтягивающее его молочной белой кожи. Так и нежна и тонка, что напоминает выскобленный до полупрозрачности пергамент. Она тщательно складывает по разделяющему столу карты. Каждое движение заставляет и доспехи скрипеть и стонать, словно под тяжестью невообразимого груза. Она кладет на стол последнюю карту. Удовлетворенно кивает и смотрит вам прямо в глаза. Встреча с Божественным лишила тебя сил и разворола цепь твоих воспоминаний. Взгляни эти карты, каждая указывает на тот или иной шаг твоей жизни. Когда все было на самом деле, знаешь только ты, а разложи их так, как должно. Так, посмотрим карты и поделим свое прошлое. Великая душа.
великая. Честность и равновесие, выживет сильнейший, темные времена, хранитель секретов, и все плохо. Все плохо может быть. Я всегда думал, что все плохо. Да, я прямо чувствую это. Ну давай, выживет сильнейший. Ну давай. Как тебе кажется, все верно. Ну, да. Отлично. Добро пожаловать на ту сторону Яберасы, или, по крайней мере, половина Яберасы. Он указывает на гнома, который сопровождал вас сюда. Движение кажется легким, но латная перчатка скрипит, как заржавленная дверная петля. Заржавленная. Гном кивает женщине, его лицо вновь расползается в жуткой улыбке. Скажи, ты помнишь нашу последнюю встречу? Я не помню. Она кладет на стол карту, изображена высокая башня, вокруг нее в небе видны созвездия. Вы вспоминаете звездный зал в вязах и близнецах, где вы говорили с богами. Ты поднялся на башню, чтобы обратиться к богам. Ты поклялся исполнить волю других богов. И все же в моем суде обещание, которое так и не дали, ценится выше обещания нарушенного. Она не спеша кладет на стол карту колониями, в которой нет колокола. Кончики ее пальцев медленно скользят по поверхности стола, издавая легкий скрип. Однажды тебе пришлось обратиться к богам за помощью. Настал тот день, когда мы вынуждены просить о помощи тебя. Ой, как приятно. Сущностью, вселившуюся в статую от Нуа, под твоим замком был мертвый бог Латас. Это нет никаких сомнений, однако мы не знаем, что он задумал. Иотас вытянул из твоей души немало энергии, однако тебе хватило сил выжить в этом побоище и выйти на границу. Вы с Иотасом так и остались связаны. Он выбрал тело, сотворенное из живой адры и ворвавшееся в себя силу тысячи душ, в том числе и твоей собственной. Опытному хранителю не составит труда его отыскать. Что? Так я-то мертв? Нет. Однако твое тело и не живо. Легкие втягивают воздух, сердце качает кровь, но твоя плоть лишена души, как если бы ты был пусторожденным, так будет, пока я не верну в него тебя. Она бережно кладет на стол карты с изображением души, исходящей из адового столпа. Но я хочу что сделать? Найти не меньше, чем вы, боги. Она разрушил... Он. Мой замок и убил, кто знает, сколько он лишил жизни. Мне вполне хватило обещания с богатым и свинцовым ключком. Почему меня вообще должны волновать ваши проблемы? Или я готов взяться за дело. Пугай меня сколько хочешь, я отказываюсь. Ну что? Давай первое, ладно. Я знаю, это моя работа. 322 души, находящиеся в Каодно, и открываешься замок земных. Да. Их души по-прежнему Атаси, ты можешь их спасти. Сделай, что я хочу, я верну тебя в твое тело. Или не делай, тогда ты вернешься в колесо. Ладно, я вернусь в колесо. Прекрасно. Прежде чем ты вернешься в Эору в качестве моего посланника, ты должен вспомнить, кем ты был. Последние сколько жизни в черноте смерти. На секунду ее глазницы словно проваливаются, и она глядит на вас пустым взором голого черепа. Вспомни свое лицо, и та сторона вернет тебя, и таким же, как ты, в мир смертных. Все, хватит болтать. Ну и кто же теперь я буду?
баба или мужчина, или человек. В разных культурах мужчины занимают разное положение в обществе. Во всех правилах исключения, поэтому мужчины могут занимать самые разные посты и практиковать разнообразные ремесла. По-моему, про женщину то же самое написано. Ладно, я буду сегодня мужиком. Так, дальше. Я буду человек. Могучая ума у вас самый крупный и разумный раз. Как правило, они обитают в океанах вблизи них. Они не являются амфибиями в полном смысле этого слова, но все же тяготеют к воде. Многие их цивилизации, например, Раутай, основаны за морском могуществе, славятся несравненной силой. Плюс два. Гномики. Силу количества заселенных ими земель и колонии гномы считаются наиболее путешествующей расой в мире. Их обычно можно встретить в Дивиде, в Эльранских республиках и практически во всех колонизированных землях. Гномы известны своей силой и стойкостью. Так, эльфы. Раса эльфов доминирует в Эйфгланфатте, движущейся в Белизне. Также множество эльфов обитает в Дирвуде и Айдире. Эльфы славятся скоростью, интеллектом, а также известной привычкой отмежеваться от других. Боже мой, какое у тебя лицо-то? Ой-ой-ой. Вы случаем со мной не заигрываете? Да! А я сегодня занят. Богоподобный. Ой, ты, ё-моё. Это дети, ну, а я так и знал. Ну, разве бывает богоподобный не детьми, вот скажите мне. Только лицо у вас какое-то. Они разумные раз. Ну вот, я всегда ждал хоть одного разумного богоподобного в своей жизни. Всегда смотрю на тебя и думаю, ну когда же я увижу своих разумных они же еще и физические особенности. Хотя не все считают их благословением. А, вы хотите, как я, да, быть дрищом? Нет. Нет уж, богоподобные будут сильными. Да, ну все, хорошо. Как правило, головы богоподобных имеют нестандартную изгаженную форму, потому и крайне трудно подобрать себе шлем. Вот и я-то думаю, почему я не могу на лето выбрать себе ни один шлем? На улице жара, а я так и хожу. Из отличий, они, короче, не могут размножаться. Представители человеческой расы, обычно именуемые людьми, наиболее распространенные обитатели Дирвуда и Дирвской империи, из Старой Валии в Валианской республике, они не такие большие, как высоченные Аумауа, но тем не менее известны своим физическим волевым качеством. Вот такие мужики они, русские. А Орлан. Да. Так. Самый низкорослый из разумных рас. Что, ниже гномов, что ли? Отличные черты орланов. Большие уши. Ну да, это полезно. Двухцветная кожа. Ну я тоже летом бывает. Где-то загорел, где-то нет. И волосяной покров на всем теле. Ну чё, тоже на всем. Как правило, орлан обитают в Эйфгланфате и на равнинах Инксамитель. То есть его еще искать придется. А также в некоторых частях Дивуда они славятся своей проницательностью и развитыми органами чувств. Ооо. Да. Так, а у него сила 1, восприятие 2. Решительность они. Ну, в принципе, мне всегда не хватало решительности. Ну, не знаю. Вот это, ну, перебор. А здравствуй, дорогой друг. Сегодня мы поедем заигрывать с тобой. Да. Что-то я даже не знаю. Ну, так-то гномы, вон огонь. Ну, какой-то маленький, наверное. Ну, давай, далее.
полярный гном или горный гном? Начинается. Сидишь тут, выбираешь, у кого борода чернее. Ну давай, быстренько почитаем. Белые скалистые туннели, снежные леса, обделенные белыми выделами, а не почти. У них инстинкт охотника, на родине полярных домов охотники издревле становились жертвами древних существ, звездных клов, разумных грибов и растений, чудовищ, огров, скульдер, тварей, визраков и ксауипов. Поколения борьбы с этими существами не прошли даром, полярные гномы промахиваются по ним куда же? Из представителей других народов. Горный гном Милен Аптапо, родом из Альдира, старых республик, если точнее, они покинули эти земли еще до того, как засели люди эльфы. Ой, давайте замутим. Короче, первый самый клевый. Ладно, дальше. Хотите создать персонажа с одним классом или мультиклассом? А что это значит? Персонаж с одним классом полностью сосредоточен на выбранном классе. А быстрее получает доступ к способностям высокого уровня. Мультикласс и персонаж может использовать способности двух классов, немедленно получать способности высокого уровня. А самого высокого уровня способности класса недоступны. Давайте один класс. Ну, что вы в самом деле? Ой-ой-ой-ой-ой. И чё? Ой-ой-ой-ой-ой. Какой кошмар. А можно сейчас не убирать? Сафир, друид, боец, монах, паладин, жрец, следопыт, авантюрист, волшебник. Блин. У него ярость, фразы. Сосредоточение, труид, монах, монахи стоят в различных боёх орденах, возникших в Эксамитле, паладин, жрец, вот и жри, и чё, мне за каждого что ли сыграть, воины леса и мастера, авантюрный, блеф, проницаемость, певчий, да. А какая сногсшибательная чувствовая игра, она 10 лет хватит. Дикари безумные берсерки. Такая восточные земли совсем недавно гланфатанцы когда-то называли их Бришлагвин, охотящийся. А посмотреть древо способностей надо. Я, в общем-то, в эту игру-то и не играл никогда. Я выберу вообще что-нибудь. О, природные заклинания. Ну давайте, в общем, пусть будет друид. Потому что я все способности. Я сейчас не пойду. Анимист. Большая часть друидов и уор-анимиста. Они принимают жизнь во всех ее проявлениях и черпают силы, сложения и сложного припетения. Мы пока начнем, мы уже закончимся видео. Погодным явлением. Земля, луна, свет. Штрафа нет. Ярость, шторма. Даду еще и жизнь. Удар природы. Дегенерация. Перевертыш. Но давайте будем превращаться уже сегодня в любое животное. Наконец-то выходной день. И я могу себе позволить превратиться даже в жабу. Ой, как приручение зверя. Он может заворожить враждебных животных в области действия. Жизненную силу природы, использованную кутовыми для вдохновения подготовки в области. Танцующие молнии, солнечный луч, настигающие когти, многоломы, приступ разложения. Мерзкие колючки и зимний ветер. Зима, опять зима. Да, пусть будет вот так это. Ой, сила нужна, но урон. Требуется телосложение на здоровье, ловкость на скорость, восприятие на точность, интеллект на воле персонажа и длительность в области действия всех способностей и решительность снижает длительность вражеских воздействий. Давайте интеллектуально. Сильно.
ловкательно и решительно. Да, пусть он, ну-ка, как поменялось, да? Чик-чик-чик-чик. То есть воздействие тык-дык-дык-дык, отклонение тык. О, 0, плюс 1, 2. О, воля плюс 8. О, воля плюс 8, мы победили. Откуда вы? Рау-тау-тай. Да, ну давай, тело, ух ты, тут еще дают силы, восприятие, решительности, ловкательности. Пусть интеллект, типа умный, опытный чувак, пират, все дела, чем вы занимались? Ну, начинается, постоянно столько вопросов, бородяга, не охотник, не дружин, наемник. Торговец. Раб? Пусть будет раб. Доступный тип оружия. Йоо. Давай меч. Хочу. А нельзя меч? Щит. Можно двуручный выбрать. Класс. Магическое. Это самое главное. Да вот красивый мужик, ну что я буду сейчас опять? О-о-о, началась книга. Пойму, вот как реально, как это фэнтезийная книга, а теперь можно... Вот... Опа! Не, пусть такой быть... Гламурненький. Голова! Голова, тушки мои! Ну так нормально. Голос. О, все, я пошел в бой. Атака. Да. Поза. Героическая, конечно. О! Сгод. Ой, ты куда ж ты склонился? Ты баба Юлечка. Ой, плутоватая, но это надо было к эльфам. Дерзкая. Столько. Вот так буду ходить. Пойду завтра на работу. Ну че отсюда? У меня стойкая. Замкнутая. Ну-ка. А это чем отличать? А, во. И во. О! Все. Спинку прямо, подбородок выше. Имя. Костя. Фест. Пойдет такое странное имя? Итак, что мы имеем? Мы имеем бога, друида, друид первого уровня, класс друид, перевертыш. Как-то это звучит, перевертыш. Источник силы, природа, раса гном, полярный гном, биография старой воили и был рабом. Вот он, поднялся до высоких улиц и высоких высот и гор. И теперь мы пойдем воевать против зла. Сколько времени? Ой, скоро уже все, не пойдем. Здоровье 42. Точность ведущий. Вспом. Защита отклонения 24, стойкость 37, реакция 29, воля 40. Вот пока бы это все это знать. Откуда столько цифр? Ловкость красным. Да, красным или серым. Короче, маловато тебе ловкости, дядечки. Восприятие интеллекта мало. А способности кинжалы, скипетр и приручение зверя, трансформация в духа медведя, вепря, волка, кота, оленя, перевертыш, природная метка. Навыки, активные вы навыки алхимика, атлетики, пиротехники, выживания, знание улица, метафизика, религия. Не знаю, что это дает, и мне уже откровенно надоело читать. Теперь иди, хранитель, и будь моим посланником. Знай, я навекаю тебя своим посланником. Не просто так, когда придет час, ты сумеешь различить окружающие тебя души и открыть проход с границы в мир живых. Найди Аватаса, узнай, что он задумал. Когда мне будет что тебе сказать, я тебя призову. Она быстро взмахивает рукой, вот как я. И вы ощущаете в груди резкую боль. Она
она не ослабевает и все глубже проникает прямо в душу. Опустив глаза, вы видите внутри себя небольшой сгусток тьмы. Проходит пара секунд, и боль проходит, будто ее не было. Однако тьма остается. Колокольчик, не бойся, мой посланник, он не причинит тебе боли, если ты только не решишь предать свои обещания. Смею надеяться, этого не произойдет. Ее закованная в латы рука делает знак ожидающему неподалекому гному. А гном кимает и с нечеловеческой улыбкой указывает на какую-то новую дверь. И что? Куда мне идти? Я же гном. Выпустите меня. Что ты руки свои мне показала, Петя? Что? Ты меня куда-то посылаешь, чтобы я ходил по вот этим вот камням? Игра я уже 40 минут. У нас игра так и не началась. Мы все рассуждаем и выбираем типов. Типов. Типочки мои. Но мне-то хочется начать уже, у меня рука болит, понимаешь? Мне уже хочется пойти, замочить пару монстров, кинуть в них вот этой дощечкой. Ламинат, кстати, нормальный, домой можно положить. Так. Дядька какой-то. Что произошло? Что было? Что было? Он просыпается, дядька, вор Маугли, джунгли, бывший раб и наркоман, отшельник. Ну, маленький какой-то, сплачущий мужчина, опять, наверное. Возвращаясь в свое тело, вы словно пробуждаетесь из тревожного пьяного сна. Синий терес, когда корабль покачивается на волнах, все ваши суставы отзываются болью. Плеск волн подобен удару молотком по голове. Бабах! Эдир напряженно смотрит на вас, потягивает трубку. Когда вы шевелились, он вздрагивает и зашкаливает, поперхнувшись дымом. Быть того не может, ты проснулся. Как? Как ты? Жить буду. Это уже что-то. Не хочу все портить, но у меня дурные вести. Ну, как всегда. Голос звучит эхом из бюста. Бюст. А, бюста вот здесь. Прямо, которая там стоит, тетка. Останков ключицы. Квад-два разрушен. В это собрел старую Моросануа. И восстал из пепла, поглощая души всех окружающих. Вам удалось выжить? Благодаря силе своей души и тостердом. Чем дальше находился Уадуад, тем хуже вам становится. Мы отправились в погоню за ним к архипелагу мертвого огня, арендовав этот корабль. Не знаю как, но ему удалось захватить частичку вашей сути. Приближение к ней помогло вам вернуться. Да знаю я. Он тыкает вас пальцем в плечо. Тыкает. Ну чё там? Отсюда тебе все известно. Ты нас разыгрываешь, что ли? Вот уже не везет. Так не везет. Мы. Пламя Магран, капитан, очухался. Самый старший мужчина, от которого несет Эллен, потирает воспаленные глаза, разглядывает вас. Энгрим, твой перегар и мертвый разбудит. Итак, что происходит? Пираты. Капитан, они хотят поговорить с тобой. Знаю, что прошу многого, но лучше поскорее вооружиться и подняться на палубу. Снаряжение найдешь там, он указывает на шкаф. Вот этот что ли? Я все беру. Постарайся использовать это с умом. Ну, по-другому-то как? Меч для того, чтобы мечиться. Посох, чтобы посочиться. Я хочу мечом бабахнуть по лицу. А можно его выдуть? Просто так тыкнуть и все. У меня даже компьютер нет. Ну-ка, шматьё на тебя. Ох ты ж, герой! Защита 7. Время восстановления 35 защиты, да? Ну, о. Ладно.
хорошо. Пират Архипелага славит своей жестокостью, лучше разделяться с ними. Разделяться? Это странно. Давайте один бой и продолжим, наверное, вторую часть. А позже, вечером. Да? Нет. Да? Я сам собой. Боже, я скажу с ума. Кто здесь? Загружайся, я столько сил трачу, чтобы ты загружалась. Лампочка красным даже не горит. Жесткий диск уже не загружает. Время-то спать. Все, бой. И все. Ой, какой корабль классный. Итак, что у нас тут? Крохотный шлюп, затерявшийся посреди шторма. Угрюмый капитан с умным лицом неподвижно стоит перед своей командой. Мурится, обращаясь к вам, ветер треплет его волосы. Если не возражаешь, мы забираем твой корабль, если возражаешь, так тем более. Во всяком случае, он спросил, я джентльмен, удачи. Пожимает плечами капитан, одаря вас неторопливо, зловещей улыбкой и не обращая внимания на прожорливый дождь. Сдайся, и смерть твоя будет быстрой, кровавой, болезненной. Конечно, но быстрой. Нам с тобой делить нечего. Чего тебе дался мой корабль? Ведь я такой громкий, говоришь, что сдаешься неожиданно. Я твою черепушку себя над каютой повешу. Показать грубый жест. О, жест. Атаковать орудие к бою, целись. Рейдер улыбается, а так точно встретил давнего друга. Мне тоже нравится так делать, я иногда еще пальцем дергаю, будто бы щекочухаю. Чуха-чуха. Читатеньки. Вы начали формировать собственную репутацию и пытаться тоже эту, как остальные воспринимают вашу личность. Даже неприятные на первый взгляд черты характера могут заинтересовать определенных лиц. А добродушный нрав нередко позволяет выявить дурные черты в собеседнике. Дедфая нет такой черты характера, которая была бы изначально хорошей или плохой. Использование предметов. Короче, берете меч и тыкайте прямо в первую ячеечку. Берете защитку и снова, короче, тыкайте. Что там мне пишут? Все понятно. Мне тоже нравится так делать. Иногда еще пальцем делаю, как будто бы щекоти. Да щекоти меня. Он ржет, заглушая гул ветра и грохот дождя. Мне нравится твой настрой, Зет. Тема его лицо внезапно искажается гневом. На этому никогда из вас не поможет. Слушай меня, ребята. Он с хрустом заминает шею, поворачивается экипажа, собираясь поход за рюкзак покрупнее, зубами поострее. Надеюсь, вы смекнете, к чему я веду. Не поверите, этот шлюп. Можете позаботиться с экипазом, но живые пленники мне ни к чему. Начинается. И что, я должен пятерых убить? Основы боя. Боя. Пусть будет боя. Сегодня все слова меняем. И ударение. Персонажа с красным кругом выбора враждебны к вашему отряду. Вот так вот. Я выхожу в город. Всегда в час пик. И постоянно вижу таких красных чуваков. Чтобы атаковать противника, имеющимся оружием, щелкни по нему кругом выбора. Кроме того, вы можете щелкнуть по кнопке внизу в центре, чтобы перевести указанные мыши. Выжим атаки. Таким образом, можно атаковать кого угодно, в том числе дружелюбных вам персонажей. Не-не-не-не. Ну давай, шлёп. И чё? На! О, я давно хотел в такую игру проиграть. Чё-то вообще происходит. Ну-ка, медведь. Кто медведь, я или он? Короче, мы тыкаем. А, все для вас. Все что ли? Так легко. Вот кто стрелял у нас. А, мы все-таки превратились. Собирается буря! Укрытие! Вы победили пиратов, но это еще не конец. Поднимается буря, ваш корабль качается на волнах в опасной близости от скалистого берега. Команда непокорно, торопливо спускает паруса и задраивает люки. Они работают очень быстро, но корабль все равно опасно кренится.
В этот самый момент один из ящиков падает, и, набирая скорость, катится по скользкой дождя палубе. Вы успеваете отскочить, но он сбивает Читупека, одного из ваших матросов, с ног. Непокорно кореняется еще сильнее, и Читупек падает за борт. Он успевает схватиться за лею, но его пальцы вот-вот разжмутся. Он вопит, прося помощи. Тем временем ящик продолжает скользить к краю палубы еще чуть-чуть, и он свалится. Вы видите знак на его крышке, понимаете, что в нем находится имущество из Каэтнуа, вашей крепости. Да ладно, давай мужика спасем. Вы хватаете Читупека за руку, насколько пугающе мгновенно он висит на бурлящем море. Один сильным рывком вы вытягиваете матроса на палубу. Вы слышите громкий всплеск, ящик из скаутного пропал. Читупек кивает вам и стремляется к своему посту. Тем временем буря почти выросла, вас выбросила вас на берег. В свете молнии вы видите быстро приближающуюся сушу бредущего Куатаса. Дозорный едва успевает выкрикнуть и предупреждение, прежде чем непокорный садится на мель. Удар так силен, что вас выбрасывает за борт, и в круговерть волн теперь обломков древесины. Борясь против прибоя, утягивающего вас в отклонное море, вы спешите к виднеющемуся неподалеку берегу. Вы изо всех сил молотите под воде руками и ногами, пока, наконец, не цепляете пальцами песок. Выбравшись на берег, вы теряете сознание. Усилением все участники отряда могут усилить способность или пополнить стажный ресурс. Один раз за бой усиленная способность работает так, как если бы пользователь был за 10 уровнем выше, усиленный персонаж получает половину своих ресурсов. За бой персонаж между привалами может воспользоваться усилением ограниченное количество раз. Давай, давай, я больше не могу, я волнуюсь. Найти способ починить свой корабль. Все, конец. Чинимся. Следовать остров. О, нет, сранца. Ты много спишь в последнее время? Да. Я бы разбудил тебя, но ты выглядел так мило, лежа лицом в песке. Эдвард проводит пальцем по полосам, вытаскивает из них застрявшие воды, если внимательно изучая, потом выбрасывает ее в песок. Если бы ты беспокоился о корабле, то можешь не беспокоиться, вон он. В общем, тут только мы, вон там дамочка в кресле, Эдвард кивает в сторону какого-то объекта вдалеке. Рада, что вы очнулись, Зуда, я уже боялась, что вы снова погрузились в долгий сон. Кажется, ключица застряла между двух камней. Ключница, да, правильно. Несмотря на это, в ее голосе слышен только радость. Ой, что случилось? Сели на мель вроде как. Статуя направилась вглубь острова, наверное, у него там дела. Статуя? Или дорогу хочет попросить, подбросить? А, я чувствую несколько выживших неподалеку, остальные же вы можете указать в путь Касти Фест, но больше им нечего помочь. Нечего, нечего. Это есть предположить, что пережитый вами не ослабила способность хранителей. Если вы видите души мертвецов и поможете поговорить с ними, я очень рада. Некоторые из них чувствуют себя лучше, чем я думал. Пойдем проверим, все ли с ним в порядке. Пойдем. Поищем выживших, потом можно будет как-то залатать корабль. Не хотелось бы выбираться отсюда и спасать и на плоту. Думаю, наш единственный шанс добраться до какой-нибудь цивилизации, тогда мы сможем нанять корабельного мастера. Отсюда, если я не слышно, переменительно, не могли бы вы объяснить, как вышло, что мы к вам вернулись. Моя душа перешла туда, ибо раз не дал мне выбор на Теотасу, все верно. Ох уж эти боги, ты заключаешь с ними сделку, чтобы снова безумцы, и вот они уже угрожают твоей душе. Не самый сложный выбор, в любом случае, замкнутым или без прежний мой господин, я постараюсь помочь вам найти. Думаю, нам лучше пошевелиться. Идем уже! Боец. Все, пора сохраняться, дорогие мои. Сохраняться, отключаться. Обязательно ставим 5-5. Ну, в общем, спасибо. Это был канал Костя Фест. И будет обязательно продолжение, ибо у моего гнома жизни 42, а вот какого-то дядечки уже 60. И так не пойдет, поэтому часть 2 будет победа. Да. Такой задумался компьютер. Все.